2 января пришли на дачу. Это дорога к даче. Вот мы ее прошли. Это еще надо пройти. Муж вперед ушел, за мной идет. И на даче. Как у нас в этом году снега мало. Ну, конечно, пока еще 1 января. Не, в этом году меньше, конечно, снега, чем обычно. На крыше один раз скидывали, но тут уже еще скидывать нечего. Даже в домик можно войти при желании. У нас обычно уже до половины был заметен. На крыше тоже один раз скидывали на теплицах. И там почти ничего. Ну, сейчас немножко обшкребем, раз уж приехали. А так все. Кустики торчат. Да и по соседям видно мало снега, ворота. Чудеса. Ну ладно. Не все каждый год нам мучиться. Хотя еще январь, февраль, март. Даже в апреле снег. Да даже в мае снег, чу. Ну это уже, конечно, это... Как сказать? Ну уж не так уж заваливает. Так, это кто у меня? Загнулись бедные. Эти как их зовут? Блин, что-то их погнуло, наверное. Надеюсь, не поломает. Шиповник. Шиповник у меня в этом году очень хорошо. Так, ну это ладно, это пусть. Там их зафиксировала. Бочки мои торчат. Ой, даже там котяра выглядывает. Железненький. Ой, и второй тоже. Так смешно, головы торчат. Вон на туалете шапка. Туалет, который за теплицей. Ну и сколько там шапка сантиметров? 30, наверное. И вот на сарае. Тоже его не чистили, пока не достать. Потом сугробы навалят. И сарай тоже можно войти. Ну, правильно. Спасибо тебе, Господи, не каждый год заваливает. Деревья тоже наклонила. Перекрыла дорогу на ту часть дачи. У соседей вообще мало снега. Интересно. Вот такое 1 января. Надо сейчас немножечко пофотографировать на память. Какое первое, второе? 2 января. В варежке не хочет выключаться, не нажимается. Все. Когда еще? Через месяц придем, наверное.